Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости моего канала. С вами Людмила и канал Тартология. И сегодня у нас уже 26 октября, конец месяца октября. И время подошло к тому, что можно начинать делать расклад на ноябрь. Итак, дорогие мои раки, что ожидает раков в ноябре 2019 года? Что ожидает вас, дорогие мои раки, в следующем месяце? Что ожидает раков? Смотрим. Карта Дьявол. Влюбленные. Дама мечей. И паж посохов. Очень значимый какой-то опять месяц для вас, раки. Посмотрим, я хочу перекрыть карту дьявола и карту влюбленных. О чем они нам говорят? Карта дьявола. Еще одна карта старшего аркана — суд. И карта влюбленная, влюбленные, дама пентаклей. Ну что ж, давайте смотреть и разбираться вместе, что у нас тут происходит. Пусть у вас карта дьявола, пусть вас эта комбинация дьявола, карта дьявола и суда не пугает. Значит, ничего страшного нет, но будут искушения. Весь месяц у раков, весь ноябрь будет в искушении. Ситуация у вас, ребята, будет складываться так, что вас будут искушать. Искушать, искушать, раздражать, подталкивать, какие-то заставлять, какие-то делать, возможно, неправильные решения. Вы уже будете согласны даже уступить, чтобы только уже отстать. Как говорится, лучше, как говорится, отдать, чем отказать и уже успокоиться. Но при этом вы получите в конечном итоге, наверное, не так, чтобы переродиться, чтобы что-то новое началось, чтобы скинуть, как говорится, вот старое себя, ненужное, негативное сбросить, очиститься, придется все-таки, наверное, поддаваться вот этим искушениям. Потому что и что-то, так будет складываться ситуация, так вы захотите, так, наверное, вокруг вас все это будет виться, все, ну, это раздражение, это нервничать будете. Ну, будет ноябрь такой. Смотрим карту месяца. Карта месяца задает влюбленная, которая перекрыта дамой пентаклей. Значит, о чем это говорит? Опять же, будет какой-то выбор. Выбор, искушение, выбор, ну вот все одно и то же. И в этой ситуации с этим выбором как какая-то будет там на сцену выходит дама. Дама, причем состоятельная дама. Она, знаете, вот такая, ну вот такая себе, у меня все есть, и она уже, значит, не считается с людьми, вот как бы так. Но тем не менее, ну то есть вот я вот такая, принимайте меня такой, какая есть, и мое мнение должно быть самым главным. Вот она будет как-то вас вот искушать, подталкивать, заставлять делать какой-то выбор, может быть, который вам не очень будет нравиться сделать. Ну вот где-то вот так вот она будет возле вас вертеться. И при этом, при всем, вы все-таки ходите, вот, что мне здесь немножечко успокаивает, что при этом, при всем, что у вас вот такая вот ситуация нагнетающая будет складываться в ноябре, вы не будете принимать решений резких. Вы в незначимом у вас дама мечей, которая не будет воевать. То есть вы будете все это смотреть, на все это будете взвешивать, но искушаться на какие-то поводы или какие-то
подталкивания вот этой женщины вы не будете. Вы будете оставаться, как говорится, при своем холодном, здравом рассудке и раздравом уме. Вот то, что у вас там огонь вокруг вас пылает, трубы, как говорится, трубят, но вы будете, тяжело будет вам, но вы будете оставаться и будете сдерживаться, что есть хорошо. То есть, возможно, не наделаете каких-то глупостей. Переживания, возможно, могут быть еще из-за детей, потому что здесь Паш Посохов тоже вышел на сцену, как говорится, и вы, возможно, вот эти вот искушения где-то будут еще связаны с вашим ребенком, может быть, что-то там еще. Но, как я говорю, что вы будете оставаться в холодном здравом рассудке и глупостей в ноябре не наделаете. Ну что ж, оставайтесь со мной, уважаемые мои раки. В конце месяца, в ноябре, будем смотреть уже на декабрь. И там я еще буду начинать делать расклады на год, на 2020. Так что, кто не подписан, подписывайтесь. А я желаю вам здравого рассудка и холодного, как говорится, сердца. Всех благ, дорогие мои любимые раки.